Букеты, бантики, ранцы. Сегодня во всех школах Щелково праздничное настроение. 30 учебных учреждений нашего муниципалитета встречают своих учеников. 23 тысячи щелковских ребят сегодня приступают к занятиям. В новом учебном году они снова встретятся со своими школьными друзьями и вместе с одноклассниками будут стремиться к достижению новых высот в учебе. Я желаю каждому ученику искренне, с интересом стремиться к знаниям. Учиться не для галочки, для себя. Каждый день делать открытия и в будущем воплотить свои мечты в жизнь. В этом году в щелковские школы идут почти 3000 первоклассников. В школе номер 17 в этом году целых 7 первых классов. В лицее номер 7 – 4. Но независимо от школы, малыши волнуются и пока могут только представлять, что ждет их за школьным порогом. Мы должны теперь учиться не зевать и не лениться, на 4 и на 5 на уроках отвечать. Этот учебный год в школе станет последним для 911 классников. Преподаватели желают своим воспитанникам успехов в подготовке к выпускным испытаниям и надеются, что этот год для ребят будет полон ярких событий и высоких достижений.